Олег Геннадьевич, пользуясь удачей, что вы у нас в студии, можно чуть-чуть о детях поговорить? А есть ли какие-то наблюдения о том, какие дети рождаются в запланированных и незапланированных в семьях, где готовились и ждали, или в семьях, где ребенок был таким сюрпризом? Ну вот смотрите так, идея очень простая. Желание секса возрастает в плохие периоды жизни. Вот, допустим, если мы занимаемся сексом тогда, когда нам хочется, и в это время происходит зачатие, означает, что ребенок будет неуправляем. Все. С другой стороны, когда мы планируем создание, ну то есть мы смотрим гороскоп, видим, что при рождении у ребенка будет хорошая карма. Ну там 9 месяцев, как это обычно делают, прибавляем, смотрим. В это время обычно не бывает сильного притяжения. В эти дни не бывает сильного притяжения. Получается, что зачатие детей – это не наслаждение. Это служение вот, роду, служение Богу, понимаете? Это служение, такой вид служения. И древние люди это понимали. Это называется благочестивое зачатие, когда это люди для Бога делают. Понимаете? Но в наше время люди не просто там наслаждаются сексом и зачинают. Проблема в том, что они зачинают в нетрезвом виде. Понимаете? Чаще всего. Просто в пьяном угаре, по-русски сказать. Вот это уже совсем тяжелый случай. Есть такое понятие в ведах варна санскара, то есть это нежелательное потомство. Нежелательное означает, вот вся плохая карма, какая у тебя есть, она воплощается в ребенке. И пока он не достиг совершеннолетия, этого не всегда заметно. Ну, постепенно родители начинают замечать, но когда ребенку наступает 12-13 лет, тогда они видят, что это просто катастрофа для их жизни. Проблема даже в том, что таких детей очень сложно воспитывать. Они просто отрабатывают твою судьбу. То есть это означает, что они вызывают в тебе гнев, они вызывают в тебе обиду, они вызывают в тебе жестокость, то есть своим поведением. Есть какая-то несовместимость между родителями и детьми. Эта несовместимость раз закладывается уже в бесконтрольных отношениях. Сексом занимается, когда хотим, зачинаем, когда хотим. Значит, будет карма действовать в это время. Веды говорят, какое состояние сознания родители имеют в момент зачатия, такие эмоции будут у ребенка. Если это животные какие-то чувства, он будет как животное, значит, развиваться. Если у них глубокие уважения друг к другу, чувства глубокие, правильные, честные, тогда такой человек родится на самом деле. И надо понять еще такую вещь, что эти глубокие отношения, ведь они строятся не сразу. Поэтому не надо планировать первый год создания семьи, ребенка сразу начинать. Хотя бы 2-3 года надо пожить друг с другом. А это означает, что семью надо создавать не в 35 лет. Понятно, да? Ну, то есть раньше надо семью создавать. И создавать отношения сначала, вот эти верности, уважения, хотя бы до уровня уважения, чтобы отношения дошли. Тогда дети уже рождаются более благочестивыми в семье. А если уже родилось, что родилось? Значит, надо заниматься духовной практикой и то, что родилось, очищать с помощью духовной практики. Потому что ребенок не воспитывается словами, он воспитывается поведением родителей. Дети реагируют только на поведение. Они не реагируют на слова все эти. И воспитание на самом деле это поведение. Копируют родители? Они в сердце, то есть это очень глубокий процесс. Они перенимают опыт сердца родителей. Вот, допустим, отец матом ругается на работе, дома домой приходит, не ругается. Ребенок тоже дома не будет матом ругаться. Но когда он на улице услышит мат, он будет там с удовольствием ругаться, потому что вкус вот этого мата передается ему. А дома будет делать вид, что не ругается. То же самое, отец курит на улице, домой приходит, не курит. Ребенок будет на улице курить. Ну, то есть, понимаете, воспитание идет через развитие разума. А разум ловит вкус к жизни, определенные вкусы, понимаете? Вот, допустим, родители любят наслаждаться вечером дома. Они пришли, отец любит телевизор смотреть, жена любит почиригать с кем-то. У каждого свой способ наслаждаться. У женщины свой, у мужчин свой. И ребенок тоже, значит, будет наслаждаться в это время. Нет разума. Ребенок перенимает разум у родителей. Родители создают среду, ребенок пользуется этой средой. И они говорят, иди учи уроки. Он не может учить уроки, потому что никто не работает над собой в это время. Все наслаждаются.
Поэтому он тоже, он не может учить уроки, он обманывает родителей, садится играть в компьютерные игры. Все. Почему это происходит? Почему ребенок такой? Потому что мы не выполняем свой долг. Долг человеческой жизни — работать над собой, а не сидеть и смотреть «Мертвые не потеют», там, кабельное телевидение, там, еще что-нибудь. Понимаете? То есть это не долг человека это все смотреть. Его долг читать духовную литературу, молиться, работать над собой, желать всем счастья, смотреть нравственные фильмы, духовные фильмы.